Вместо тишины музыка, вместо серьезных обсуждений игры и мастер-классы. Книголюбам в этот вечер не до тихого отдыха. В Орехово-Зуеве наступила библионочь. Это время, когда библиотеки всей страны расширяют время и формат своей работы. Город не первый год присоединяется к всероссийской акции. Каждый раз ищут что-то новое. В 2019-м удивляют живой музыкой и огромным количеством мастер-классов. Библионочь – акция традиционная. Ее посвящают определенной теме. В этом году название «Весь мир театр». Так что она еще и перекликается с мотивами всего 2019-го. Одна из задач Библионочи – организации и поиск новых форматов культурного отдыха. В нашем случае были представлены кружки и активности, работающие на базе библиотеки имени Горького. Кроме того, гостей, как всегда, ожидал книжный фримаркет и игротека.